Полотно из гранитного камня как символ масштабной стройки и огромного труда. Памятный знак в честь начала строительства Волжского автозавода установили в Тольяттинском парке Победы. Торжественное открытие приурочили к празднованию юбилея предприятия. А через 4 года, когда 50-летие будет отмечать первый автомобиль, сошедший с конвейера ВАЗа, здесь должна появиться аллея славы тружников и строителей завода. Уже есть полный проект этой аллеи. Делал его архитектор Рукавишников, который в памятник Татищеву сделал. Здесь будет все сделано так, чем можно и гордиться, и любоваться. Основные торжества в честь юбилея прошли в ледовом дворце «Лада-Арена». Ветераны «АвтоВАЗа», сотрудники предприятия, гости со всего региона. Около 7 тысяч человек стали участниками праздника. Как отметил губернатор, сегодня немало делается для того, чтобы «АвтоВАЗ» получил второе дыхание. В ближайшие 4 года будет реализована программа развития города, поддержанная президентом. Этот праздник важен не только для тольяттинцев. Это очень важная дата и для Самарской области, и для всей нашей страны. Я уверен, и страна будет активно двигаться вперед. И вместе с страной еще активнее будет двигаться вперед «АвтоВАЗ». Сегодня завод выходит на новый уровень, в том числе по качеству, надежности и оснащенности автомобилей современными технологиями. Успех модели «АвтоВАЗа» построен на усилиях более полумиллиона человек, которые вовлечены в производство автомобилей. Мы хотим сохранить сильные возможности по разработке здесь, в Тольятти. Только имея сильные технические возможности по разработке, мы сможем создавать хорошие машины, чтобы отвечать запросам наших все более требовательных потребителей. Традиции ВАЗа – тоже один из главных поводов для гордости. В следующем году легендарная «Нива» отметит свой юбилей. Ей исполнится 40. Конструктору «Нивы» и одному из создателей всех серийных моделей завода, ветерану «АвтоВАЗа» Петру Прусову присвоено звание «Почетный гражданин Самарской области». К великому сожалению, автомобиль не коньяк, и он с возрастом не становится лучше. И я считаю, что мы просто обязаны сделать еще одну Ниву не хуже того, что у нас есть. Другого почетного гражданина и ветерана «АвтоВАЗа» Александра Ясинского глава региона поздравил не только с юбилеем завода, но и с днем рождения. На «АвтоВАЗе» Александр Ибрагимович прошел путь до заместителя генерального директора. После выхода на пенсию продолжил трудиться на автогиганте. Глава региона вручил ветерану обновленный знак почетного гражданина Самарской области и памятный знак «Куйбышев. Запасная столица». Марина Кравцова. События.